На 42-м заседании окружной думы кандидаты на пост губернатора Югры представили основные положения своих программ, после чего прошла процедура тайного голосования с использованием бюллетеней. По докладу счетной палаты, губернатором Югры с результатом в 29 голосов стала Наталья Комарова. Напомню, должность губернатора Югры Наталья Владимировна занимает в течение 10 лет. Как отметил в своем послании Владимир Путин, за эти годы автономный округ сделал существенный шаг вперед. Регион закрепил позиции одной из самых динамичных российских территорий, основой энергетической безопасности и финансово-экономической стабильности страны. Люди хотят жить и работать в Югре, создавать здесь семьи, строить свое будущее. Добрый день, уважаемые друзья.